я не женщина теперь, я так. Пустая оболочка. Ну, все, одно к одному ложится. Что, страшно тебе стало? Чего мы только с тобой ругались? В общем, обманула меня жизнь, Тоська. Сначала вон какой прикинулась, а потом вон как обернулась. Знаешь, я все дура думала, что врут люди. Сказочку себе сочинили, чтобы скотство свое прикрыть. А теперь вижу. Есть оно. Есть. С другим. В радость. Там мне глубоко горько. Да если бы мне кто раньше сказал, что я Вадима Петровича повстречаю, так я же совсем по-другому бы жила. Но нет, не сказали. А если это самое, без детей? Ведь живут же люди. Не понять тебе еще. Молодая ты еще. Может, сгоряча-то он согласится, а потом, знаю, жалеть будет. Ведь он, как назло, детей любит. Вот такой молодой, так их любит. Нет. Не бывать этому. Не хватало, чтобы я еще его жизнь заела. А то показали мне кусочек жизни настоящий. Поманили. А потом цикнули, куда прешь такая фигня. А если это самое, без детей, живут же люди. Не понять тебя, Тоська, молодая ты еще. Ведь он как назло детей любит, но прям души в них чает, даже странно. Такой молодой так сильно их любит, у него это там с потомками как-то связано. Все против меня. Потомки даже. Нет. Нет, нет, видно, не судьба нам. Не хватало еще, чтобы я его жизнь заела. Уж лучше бы никогда его не встречала. Так бы и жила бы, как заведенная. А то... Показали мне кусочек настоящей жизни. Поманили. И тут же цикнули. Мол, куда ты прешь, ты такая? Я же чуть девчонка была, в школу бегала, а мужики они липли уже.